Чем дальше кабинет, тем хуже врач. Андрей Рожков, «Уральские пельмени». Алло. Алло, да, Александр Васильевич, да. Да, операцию провел, Наисложнейшую операцию я провел. Да, полностью поменяли позвоночник. Андрей Борисович. Подождите, пожалуйста. Подождите, я разговариваю. Как самочувствие? Не знаю. Сейчас спрошу. Как самочувствие у вас? Очень плохо. Голова болит. Голова, говорит, болит. Представляете, я ему операцию на позвоночник делал, он говорит, голова болит. Шутит? Значит, будет жить. Да. Ну ладно, до свидания, Александр Васильевич. Да, да. Андрей Борисович, да? Это вам подарок. Это я от чистого сердца. Что там? Это аккумулятор. Что за аккумулятор? От крана башенного. За операцию, благодарность. Я заболел. Я не могу это взять. Почему? Не могу, ну, серьезно. Ну, я не беру взятку. Ну, я вам еще на операции говорил, когда мне конфетки в карман сували. Говорю, не могу. Нет. Это не конфетки, это гайки бронзовые. Тем более, нет, не могу. Это врачебная этика. Я не могу. Давайте к делу. Я поверните, поставлю. Мне надо ставить, тут у вас грязная коробка. Немножко задерите вашу вот эту вот рубашечку вашу. Угу. Так. Угу. Когда операция была? Вчера. Такое ощущение, что не было ее вовсе. Все раскурёчено. Торчит в разные стороны, мухи летают. Вы что, в туалет вставали? Нет, я не вставал в туалет. Вам ни в коем случае нельзя вставать. Вы знаете об этом? Вставал. Вам надо 1.5 года лежать на животике. У вас сложнейшая операция. 17 часов мы делали вам операцию. Ну что? Андрей Борисович, я хотел спросить. Я вот пока к вам поднимался так, по лестнице, да. Я сознание потерял на 7-м этаже. А, это нормально. Это там у нас гиблое место. Там между 7-м и 5-м там лестничного пролета нет. Да. Я сам там пару раз сознание терял. Но зато быстро добрался до реанимационной. Андрей Борисович, это может, это я анестезиолог? Да не надо, ну зачем анестезиологу, зачем? От души. Да ну зачем? Мы вам операцию без анестезии делали. Ну к чему это все? Вот. Вы так орали, что люстра упала вам по башке, стукнула, вы отключились, мы операцию доделывали в темноте. Вы лучше подарите это, знаете, кому это, техничке. А, да. Она же ваш позвоночник нашла в бедре. А где она? Она в Медведково живет. Я схожу. Сходите, голубчик. Сходите обязательно. Алло, да. На операцию? Сейчас иду, конечно, да. Ой, голубчик. Да, да, вы да. Недалеко ушли? Нет, я там в обморок упал, валялся. Что-то меня прихватило. Вы куда идете? Я в реанимацию лежать на животе. До операционной меня подвезете? Без проблем. Благодарность, Андрей Борисович. Спасибо вам большое. Спасибо. Это вам благодарность. Первый животный. Живот не настолько. НТВ. В эфире программа «В мире животных». Сегодня мы поговорим о белохвостике первоуральском. Впервые белохвостик был замечен под Первоуральском, и уже потом его начали замечать и по всей России. Белохвостик обитает в очень-очень непролазных местах. Практически куда ни ступала нога человека. Белохвостик любит греть свои лапы на больших, нагретых на солнце камнях. Люди загрязняют среду обитания белохвостика, и он всячески пытается утилизировать этот мусор. И наиболее понравившиеся предметы прячет в тайник под большой нагретый на солнце камень. Заметив, что за ним наблюдает, белохвостик начинает играть на публику. В
белохвостик от природы близорук, поэтому его привлекают только самочки, у которых есть большие округлые формы. И он часто путает их с большим нагретым на солнце камнем. В своих ухаживаниях белохвостик очень изобретателен. Он знает до 100 способов соблазнения. Чё сидишь, пошли. Если самочка не отвечает взаимностью, белохвостик дарит ей блестящие предметы, спрятанные под большим, нагретым на солнце камнем. Но дело в том, что он не помнит, под какой именно камень он положил эти блестящие предметы, и он лазит под все камни. Более того, пока ищет предмет, он забывает самочку, которая хотела эти предметы подарить. Поэтому белохвостик считается вымирающим животным. Давайте все вместе поможем сохранить популяцию первоуральского белохвостика. А дальше на нашем животном телеканале фильм о том, как кролик и лев менялись местами. Гуляла тут, небось, без меня? Да нет, что ты, Алешенька, я тебя ждала, из дома не выходила. К тебе приезжали? Да. Муж свинье не товарищ. России мужчины служили 25 лет, и фраза «Сколько дедушки осталось» имела вполне реальный смысл. Ждала? Ждала. 25 лет ждала. Каждый вечер на крыльцо выходила, пока крыльцо не сгнило. А потом просто в яме возле дома стояла, ждала. Борщ варила. Ливай. Так выкипел весь. Долго ждала же ведь. Письма мои получала? Получала. Вот они. Я ими избу топлю. Гуляла тут, небось, без меня? Да нет, что ты, Алешенька. Я тебя ждала. Из дома не выходила. К тебе приезжали? Да. А я тебе гостинец привез. Ой, какой красивый. А я ведь его лет 15 назад искать перестала. Я думал, ты не вспомнишь. Ну что, давай жить. А давай. Это что, мы уже живем? Я просто не знаю. Жить-то я не умею, воевать умею. Да я тоже, Алешенька, не знаю. Я ведь только ждать умею. Ну, нравится тебе жить? Да как-то не разобралась я еще, Алешенька. Может, в кровать пойдем? Да не устала я. Так я тоже не устал, только жить начали. А я слышала, когда живут, детей делают. Давай детей делать. А из чего? Я даже не знаю, что у нас есть. Да нету ничего. Не нажили же ничего еще, Алешенька. Здорово, соседи. Как живете? Да не знаем пока. Научи нас жить. А, без проблем. Долго живете? Да минут 5. О, вам еще жить да жить. Значит так, ты пить должен. Да не умею я пить. Не умеешь пить? Как ты в России жить-то собрался после этого? Еще запомни, очень важно для мужчины. Мужик сказал, мужик сделал. Так я ничего и не говорил. Вот и не делай ничего.
Важно. И еще. Чтоб жена твоя верила, что ты ее любишь, ты ее бить должен. Я верю, верю, Алешенька. Так, теперь с тобой. Ты должна мужу соседом изменять. Да. Ой, что-то мне не нравится, как мы живем, Алешенька. Нормально, нормально. Как-то не по-людски мы живем. Нормально. А мне-то что делать? А давай ты снова служить пойдешь, а я тебя ждать буду. Да. А давай. Давай. Пока, Алешенька. Пока. Пока. Я тут. Посмотрю. Господи, старая калека. Класса ты придумала вообще? Отвали. Я Алешку жду. Да что ж мы за народ-то такой? Все ждем, пока нас жить научат. А потом кто-нибудь жить научит, а жить не хочется. Так, здравствуйте. Здравствуйте, дети. Опоздал? Ах. Здравствуйте. Садитесь. Сегодня будем изучать русскую народную песню «В ополе березка стояла». Мальвина Карловна, да. А по правилам русского языка нужно говорить «в поле». На русском будешь умничать, Хабибулина. А это музыка. Записывай в тетрадь. «В ополе кудрявая стояла». Мальвина Карловна, береза – это растение, а кудрявое – это свойство волосяного покрова, присущее только животным. На биологии будешь умничать, Фейхуахуаев. А это музыка. Дальше. Люли-люли стояла. А что такое люли-люли? Плохо будешь петь, узнаешь. Дальше. Люли-люли стояла два раза. А почему два раза? Потому что с первого раза не понимаете. Дальше записываем. Как пойду я в лес погуляю, белую березу заломаю. Дальше снова люли идут. Чего так много люлей-то? Это русская народная песня, Цигельман. Дальше. Срежу я с березы три пруточка, сделаю себе я три гудочка. Тут возражений нет? Нет, тут все понятно, по одному пруточку на гудочек. Математика. А четвертую балалайку? Сразу балалайку? Нет, через люли. А почему? Потому что в России все через люли делается. Цигельман. Ладно, все достаточно, давайте уже петь. Цигельман, что это? Виолончель? Нет. Контрабас? Нет. Пианино? Молодец, Цигельман. Пятерка. Давай, вставай, пой, исправляй пятерку. Так тебе нормально? Не знаю. Давай. 3, 4. В ополе березка стояла, в ополе кудрявая. Давай, я тебе помогу. Давай. В ополе березка стояла. Слушай, слушай. Тональность-то. В ополе кудрявая стояла. Ритм, ритм держи. Стояла. Все вместе. Люли, люли стояла. Люли, внимательно. Люли стояла. Теперь понимаешь, почему два раза люли? В твоем случае даже 4 надо. Садимся, дети. Таким образом, лантаноиды выделены в отдельную строку таблицы Менделеева. Записали? Я извиняюсь. Да, извините, Арнольд Фальцетович, у меня в классе химии ремонт, мы у вас немножко позанимаемся. Конечно, конечно, я в коридоре подожду. Вот так вот в наших школах химию можно выучить только через люли. Пусть гитара не настроена, мы сидим и настроена. Наша жизнь благоустроена,
а гитара не настроена. Во-первых, очень современно, очень-очень актуально. Да, юмор абсолютно актуальный, всегда-всегда это интересно. И абсолютно нет пошлости. Вот вы знаете, вот сколько лет идет программа, ну, потрясающе. Всегда-всегда находят именно важное, именно интересное. Обаятельные ребята, совершенно разноплановые все. Молодцы. Девушки красивые. Вот что интересно. Да. Да, так что молодцы. Аккуратней. Ну давай, я нормально. 600 рублей этаж, хозяйка. Подождите, это как? 600 рублей на 10 этажей, 6 тысяч что ли? Ну? Вы что, с ума сошли? Я за 6 тысяч сама дотащу. Тащи. Давай. Без. Эй, мужики, давайте хотя бы 500. 500, давай. Нормально, 500, 5 тысяч. А почему вас трое-то? На троих соображать легче. Так, мне говорили, грузчики трезвые будут. Хозяйка, то ты не волнуйся, мать. Мы же это все культурные люди, мы к музыке вообще так, знаешь, это близки. Вон Качан, он вообще композитора убил вообще. Что? Да вы не волнуйтесь, он уже отсидел. Давай, хорош болтать. Взяли? Кстати, взяли? Ну, ё-моё, не взяли, да? Нет. Ну, ещё сейчас, а? Давай, взяли. Ой, спина! Ой, как спина схватила! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, не могу! Хозяйка, чё смотришь-то? Давай водку растирать будем. Может, мазь? Мазь невкусная, ты чё? Борисыч, а? Давай спроси у зала, водка есть? Товарищи! Водка-то есть у кого-нибудь или... Нету водки? Нету водки-то. 200 рублей давай, попроси. А чё, зачем 200 рублей? Так я сбегаю. Товарищи, 200 рублей дайте! У кого есть? 500, да! 500? Ой, спина! Спина! Не, ну, спасибо, не ожидал. Так, или вы сейчас несете без остановок до 10 этажа, или я снижаю цену. Так если мы без остановок понесем, мы сдохнем. Хорошо, сдохните. Мертвым деньги не нужны. Мы сдохнем, но не умрем. Давай. Давай. Все, обед. Какой обед? Вы чё? А что ты хотела? По дешевке тащим, 500 рублей этаж. Ничего себе, что без обеда, что ли, теперь? Мужчины! А вы откуда? А мы с 11-го как раз тоже пианино поднимали. А если не секрет, сколько вам заплатили? А что, не секрет, конечно. 300 рублей этаж. 300? Парни, можете мне донести до 10-го этажа, ну, за 300 рублей? Нет, это надо через фирму. Заранее согласовывать, там, значит, с ними утверждать, с пожарниками, СЭС, размеры, промеры. Не сможем. Ну давайте за 500. Да хоть за 1000. Че встали, Геркулес, колокольчик? У нас через полчаса приватный вынос рояля в клубе. Пошли! Эй, мужики! Мужики, я передумала, давайте дальше. Тысяча рублей этаж. 500. 900. 500. 800. 500. 700. 500. 600. 500. 500. Соглашайся, мать, дешевка 500, елки-палки. Ну, давайте 500. Ой, берем. Давай скорее. Ой.
это аккуратно, аккуратно. Ты аккуратней! Ой, ой, ничего, потом приколоть. Все! Девятый этаж, перекур. Да вы что, один этаж остался? Отойди, мать. Дай пацанчику курнуть на перевале. Он эту лямку в первый раз тянет. Ему этот перекур как глоток с воли. На. Споем, жиган, нам не гулять по воле и не грустить весенний праздник май. Споем о том, как девочку-пацанку ночным этапом угоняли в дальний край. О, боже мой, и кто тебя фолует? Начальник лагеря или старый уркаган? А может быть, ты подалась на волю и по тебе пальнул наган? И ты упала, кровью обливаясь, упала прямо грудью на песок. И по твоим кроваво-русым косам ступил чекистов и кованый сапог. А? Че встали, допустим, ты тащи. Давай, конечно, че, допустим. А ну, раз, два, три. Спасибо тебе, песня. Все, вот ваша пианино. Вот, все чистенькое, да. Вот, возьмите ваши деньги, спасибо вам. Спасибо, если что, звоните, зовите нас, да. Еще. А вы, зачем вам пианино? Ну, я преподаю музыку на дому. А, да-да-да, я рядом живу, вижу вас часто. Вы это, знаете, у меня совет. Вы преподавайте музыку у себя на дому, не таскайте вы пианино к ученикам. Я подумаю, в натуре. Гитара не настроена, мы сидим и настроена. Наша жизнь благоустроена, а гитара не настроена. Но не падаем мы духом, ведь придет чувак со слухом. И без лишнего базару он настроит нам гитару. Пусть очкарик он тщедушный и к футболу равнодушный, но он в почете у фортуны, он настраивает струны. Обращаемся к подросткам, долбить по струнам очень просто, но коль гитара не настроена, идите нафиг, вы все трое на...